Ой, так что, мы уже приехали, ё-моё, так нужно выходить уже. Так, ну ладно, в ту сторону пройду. Так, опа, так, главное, аккуратненько, так, двери, оп, фу. Фу, как хорошо, привет, М2. Вроде приехал, так, вроде все отлично. Так, нужно посмотреть сразу, а то в прошлой серии была жесть, так, что тут у нас? И ровно ничего, да и хорошо. Так, окей, нужно нам уже идти на переезд. Ой, в смысле, в будку. Мы уже как бы на переезде. Закрываем вот так вот. Кто не помнит, что происходило в прошлой, ребят, серии, то посмотрите ее, пожалуйста, ссылка на нее в описании. Здравствуйте, всем здорово. У нас сегодня новая серия дежурного. В прошлой серии, вот как я говорил, посмотрите ее, пожалуйста. Ну, для начала посмотрите этот. Потому что в прошлой серии была просто жесть. Вот, эту полицейскую машину увезли, этот поезд тоже отбуксировали, и его что-то там просматривают до сих пор, что-то там выясняют, отпечатки пальцев пытаются, там что-то вот это. Ну, короче, вы меня поняли. Так, ладно, давайте ждать поезда. Так, первый поезд у нас пойдет через... Угу. Понятненько, через 15 минут. Ждем его. Кстати, вот этот поезд, это у нас М2 будет. М2 у нас через 15 минут уже будет отправляться. Так что его давайте сдать. Я, короче, сейчас выйду на свежий воздух и буду дышать. И ждать М2. Так, быстрее бежим. Ребят, да по времени уже должен уезжать у нас поезд. Так, подождите, я убавлю звук, а то вдруг меня будет нифига себе прибавлено было. Так, что там у нас? Ну-ка. М2, ты вот тут едешь? Так, да, он там едет. Ну чё ты там? О, наконец-то, боже мой, ты едешь уже. Давай, ты сможешь, ты сможешь. Так, ну так медленно разгоняется спокойненько, давай. О, хоть бы сегодня было все хорошо, пожалуйста. Ну хотя что это, я по-любому будет что-то плохое, я в этом уверен. Ну типа каждой серии дежурного это уже банальщина, должна происходить какая-то дичь, авария там, что-то наподобие такого. Короче, ждем следующего поезда. Поезда. Поезда, боже мой. Я говорю поезда, 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 боже мой. Так, ребята, я уже тут стою, пропуская ЭТ-2М. Просто он слишком близко был, я решил подойти поближе и решил включить запись тогда, когда я уже переезд закрою и ЭТ-2М буду уже пропускать. Потому что пока бы я включил запись и так далее, ЭТ-2М уже бы проехал. Тем более вы видели, как он близко тут стоял. Давай, удачи тебе! Блин, на самом деле, стрима на новый переезд уже надоело. Вот тут и вот это вот, я уже с ума тут схожу. Каждый день здесь какая-то... Хотя, если я даже на новый переезд перейду, там уже какая-нибудь дичь будет когда-нибудь. Блин, как же непривычно. Вот я помню тут старый переезд, когда я в России еще был. Так вот, как вспоминается прям. Ну, ребят, не бойтесь, как я говорил, я летом поеду туда и буду снова там работать. Все оставшееся лето. Ну, в смысле, все лето, вот так. Так, ладно. Ребята, ждем следующего поезда. Поезда. Да боже мой, что со мной? Почему я говорю поезда? Поезда. Надо говорить поезда. Поезда. Во, наконец. Поезда. Во, наконец. Так, я там хоть не опоздал, там что-то там, кто там едет у нас. Я просто подумал, что я сейчас опоздал, пулей побежал, потому что там до поезда оставалось там несколько секунд, я вам так даже скажу. Ну что там, ЧМ-3. Достаточно быстро едет, но он останавливается, это сразу видно. Да, ребята, это правда. Вот он остановился у нас. Так, сейчас откроем переезд, посмотрим, как он там остановился, все ли хорошо. Кстати, даже он близко встал, я думал, он до депо доедет, да, и все как бы. Вот он, смотри, какой красавчик. Блин, какой же этот реально поезд красивый. Вот я на него смотрю, он прям такой вот... Прям посмотрите на него. Это же шикарно. Так, кстати говоря, нужно к этому, как его, я уже забыл, как его, Михалыч или как его там зовут, так, это тут, ага, здравствуйте. О, здравствуй, давно не виделись. Да, ну чё, как у вас тут работа идет, нормально ли все? Ну, конечно, все нормально. Кстати говоря, к вам полицейские не заходили, ничего?
заходили, спрашивали, типа, ну, вы не видели ничего? Ну, типа, я помню, я... Блин, что я говорю? Ну, ты знаешь, да, что полицейскую машину сбила, да? Конечно, я знаю, это было вот в предыдущей серии. Вот, ко мне заходили и спрашивали, типа, вы ничего такого не видели, к вам никто так не заходил, и так далее. А, ну понятно. Ну, у меня тоже был допрос, меня вызвали в полицию, я, честно, испугался, подумал, мало ли меня сейчас возьмут и нафиг туда, за решетку, да, ну, салду. Ладно, давайте, удачной вам работы, и я тоже пошел работать. Все, давай, тебе тоже удачной работы, надеюсь, сегодня ничего не будет. Полностью согласен. А, мы прям к Михалычу, мы прям подружились, мы вот, эх, помню Васильича. Только, ребят, олды помнят его. Да. А, ну окей, не будем, так скажем, о грустном. Так что, ребят, ждем просто лето, и я наконец-то пойду туда. Ну, к этому березу я как-то более привык, знаете, не знаю почему. Вот. Кстати, я слышал, что там обновление опять какое-то вышло, там опять переезд как-то обновили. Так что, ребята, в будущем увидим. Ладно, ждем следующего поезда. Так, ребята, я уже иду закрывать переезд, мой любимый. Так, давай, закрывайся. Я вот каждый раз говорю, что сейчас все хорошо, а потом происходит какая-то дичь. И это, ребят, правда. Да. Так, лошадь тут. Сейчас по тому пути должен поезд поехать. Вот иди на. Уйди. На тебе, по жопе. Иди отсюда, иди. И к своей маме. Где твоя мама вообще? Ты гуляешь. Зачем ты вообще куда-то ушел? Так, сейчас. Ой, ВЛ-80, браток, давай. Вот тебя вот тут уже ЧМ-3 заждался. Так, да, ребята, ВЛ-8 что-то остановился, а ЧМ-3 что туда отъехал. Ладно, окей, может у него так принято, типа поезда так, кстати, могут. Они могут, типа, вот, где я живу, ну, в квартире, у меня вот на кухне окно, и там поезда вдалеке. А, там они ездят и так далее, и там они то туда-сюда, туда-сюда, и когда я на вокзале, они тоже туда-сюда, туда-сюда ездят, это вот... Не знаю, зачем, конечно, они это делают, честно сказать, я не знаю, типа, пропускают, ну, они поездят на пару сантиметров, или метров, короче, вы поняли меня, и все. Ладно, ребят, идем следующего поезда. Так, ну все, вроде бы, и я уже подъезжаю потихоньку, ё-моё, тут все переезд, тут, блин, у меня ж машина тяжелая. Блин, главное эти рельсы не раздают, да тем более я тут перевожу грузы там всякие. Блин, что же делать, ладно. Главное не сломать рельсы. Так, главное аккуратно. Так, ё-мо! Это был... машина, заводись! Не понял? Заводись давай! Что происходит, почему ты не едешь? Едь давай! Что за фигня? Ё-моё, шину спустила. Эту тоже. А там что? И тут, и там. Это что за поставок? Кто тут гвозди разбросал? Или, возможно, я об это... Об рельсы себе шины порвал. Ё-моё, меня ж начальник убьет. Не, ну убегать точно не вариант. Пойду попрошу дежурного. Хотя, блин. Даже не знаю. Ладно, окей. Пойду его позову. Я сейчас со скуки уже умру. Когда этот поезд уже приедет? Не понял. Кто мне стучит там? Опа, ё-моё, кто там? Так, кто? Открывайте. Я спрашиваю, кто вы? Не бойтесь, это просто военный. В смысле не бояться, в смысле просто военный, сразу говорю, мне 18 нет еще. Да я серьезно, открывайте. Ладно, так, опа. Так, здравствуйте, что-то как-то вы на военного не похожи. Да блин, просто быстренько оделся. Короче, посмотрите на переезд. Боже, даже подвиньтесь, что вы тут так, что там уже, боже мой, я вот... Что тут уже происходит? Можно у вас вопрос? Ну, да. Какого черта тут происходит? Какого хера тут военная машина стоит? Подожди, у вас что, шина проткнула, что ли? Да, у меня шины проткнулись. Ёптить, а что вы хотите? Так двигатель же... У вас двигатель работает?
Ну, в последнее время как-то двигатель плохо стал работать, и он иногда может это, так скажем, как называется, короче, сломаться. Ё-моё, ну не сломаться, наверное, заглохнуть, вот так вот скажем. Так у вас хоть шины проткнул, у меня вопрос. Да блин, я на ваших этих рельсах, походу, каким-то левым боком их это порвал, или как это называется. Ёпти, чё вы там вообще, вы там что-то перевозите? Может, кстати, из-за тяжести еще как-то, ну, типа, вы переезжали, может, как-то у вас шина тоже проткнула? Ну, возможно, тоже, но я там провожу как... Привожу, боже мой. Короче, вы меня поняли. Может быть, гаечные ключи перевожу и так далее. Да. Ну, блин, из-за гаечных ключов точно нет, это же бронировал. Хотя, блин, у вас же машина тяжелая. Ё-моё, а, боже мой, каждый день проблемы. Так, короче, я сейчас побегу для начала, хотя для начала в рацию, так, рация, ага. Так, алло, здравствуйте. Здравствуй, что случилось? Так, говорите всем, поезда все постанавливали, и те, кто на депо, потому что у нас тут опять случилось ЧП. Какое уже ЧП, у меня вопрос. Тут это... Военная машина застряла, у нее шины проткнулись, мотор сказали, что иногда может заглохнуть там, ну блин, кошмар, короче, какой-то. Ой, ё-моё, так, ладно, сейчас быстро скажу и как бы, так, ладно, окей. Беги на поезд, который сейчас поедет. Все хорошо, так, опа, так, все. Что делать, так, наблюдайте, короче, идите туда, куда-нибудь туда, короче, просто наблюдайте за машиной. Все хорошо, хорошо. Все, до свидания нафиг. Боже мой, как каждый день какие-то проблемы, я не понимаю. Ну почему? Почему? Ёпт, у нас же там еще ЧМ-3 стоит. Так, нужно сказать, блин, что же делать? Ладно, окей. Надеюсь, поезд успеет остановиться. Так, ну все, вроде бы. Пропустил поезд, пора садиться уже. Так, нужно бы уже садиться. Так, все, пора заводить. Вот так вот и вот так вот. Все, отправляемся. О, все, отправляемся. Надеюсь, там все на переезде хорошо. Ой, как пошла. Давай, родненько, разгоняйся. Не понял, что за фигня? Тормози, стой. Ё-моё! Тормози, ё-моё! Так, быстро. Ё-моё! Господи, что там происходит? Кстати говоря, это была, ребята, R2. Боже мой, что там происходит? Мне даже говорить нечего, потому что я уже понимаю, что там просто жопа. Кстати, где этот военный? Сейчас я его просто на разлом. Где эта собака? Иди сюда. Он свалил? Серьезно? Вроде военный такой. Господи, он просто свалил нагло. Так, ладно, R2, боже мой, так. Ну тут, блинский, ну что я радуюсь, она тут целая. Быстрее. Так, все в порядке здесь. Ёпти. Так, тут я не пройду. Там просто с этой машиной, я не знаю, это какая машина, это военный тигр какой-то, может, я не знаю. Что-то намекает, вроде такая машина есть, тигр какая-то там. Вы посмотрите, просто вся в трещинах, посмотрите, что внутри. Она рядом с ЧМ-3 прям. Смотрите, что здесь там, мотор, смотрим. Так. Блин, нет, там все равно ничего не вижу, не понимаю. Дверь просто туда, вот так скажем, втыкнула. Это открылось внутри просто жопа. И вот она сама его снесла, боже мой. Но он делал экстренное торможение, ну как мог. А, боже мой, ладно, ребята, мне нечего сказать. Так что, ребят, всем удачи, всем пока. Ссылка на мой телеграм в описании. Там вся информация, я выкладываю.